Всем привет, дорогие друзья, и это туториал по игре пикап. Я уже заснял несколько роликов, где я катаюсь на своем пикапе, где я также тюнингую его. Но очень много людей просят, чтобы я заснял сам туториал, как его собрать, как кататься на нем, как заработать много денег. Так что будет интересный ролик. Ну что, приступим. А, и также прикол сейчас быстро расскажу. В предыдущей версии без этого бага фикса мы могли полностью собрать автомобиль даже его не прикручивая. Но сейчас нужно полностью все прикручивать. А теперь погнали. Берем э, ГБЦ, устанавливаем его сюда. Вот и а также возьмем ключики. Я играю со звуковыми эффектами, чтобы вы послушали это все. А точнее, когда я буду заводить сам пикап, открываем ключики, они нам нужны, и берем ключ на 19 и используем монтаж. А точнее, закручиваем эти все болты. Раз, так, сколько уже там? И все, еще один, все. Мы закрутили, убираем ключик на место, и теперь берем выпускной коллектор. Так, и устанавливаем его сюда. Он тоже прикручивается, если не ошибаюсь, ключом на 14. Сейчас мы и узнаем. Да, все верно. Закручиваем. Раз. Так, раз. Так, приблизим. Давайте приблизим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот два, семь. Еще один. Подождите, поверну камеру. Все, закрутили. Теперь также используем другой коллектор. Так, убираем ключик. И где-то он здесь рядышком находится. А вот он. Это впускной коллектор устанавливаем его и также его закручиваем ключом на 14. Так, раз, два, так, хорошо, три, четыре. И тут еще два болтика. Давайте камеру уберем сюда вот и, и, приблизим. И закручиваем. Так, и еще один болтик. Отлично, ребята. Все, мы с вами закрутили. Выбираем ключик. Теперь идем дальше. Ну, поставим аккумулятор. Почему бы и нет? Его закручивать не надо. Также, смотрите, ремень ГРМ. Я его я могу сейчас положить. И также сразу же берем распредвал и устанавливаем его сюда вот. Распредвал закручивается ключом на 10. Так, здесь у нас 8 болтиков. Хорошо, все идет у нас. Отлично, по плану. Так, здесь, здесь, здесь и здесь. Все, я закрутил. Убираем ключик. Что у нас тут есть? Можно теперь закрыть это все крышкой. Он нам не понадобится. Так, ремень этот пока не надо. Берем этот стартер. Так, и устанавливаем его сюда. Вот он тоже закручивается. Вроде ключом на 14. Да, все верно. Здесь всего лишь два болтика. Получается, смотрите. Так, а где он? Вот один. И где-то здесь второй. Сейчас, сейчас поверну камеру. Вон я его вижу, 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 вижу. Вот, 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 вот. Все. Закрутили, ребята, стартер. Убираем этот ключик опять же. Хорошо, что у нас там еще осталось? Ну, вот а помпа. Давайте ее возьмем и сразу же ставим. Она тоже закручивается. Ключ на 14 и закручиваем два болтика. Убираем ключик и двигаемся с вами дальше. Что у нас там еще осталось? Так, колесо мы чуть-чуть попозже поставим, бампер тоже. Ремень пока что не надо. Ну вот, давайте поставим радиатор. Радиатор закручивать не надо. Так, дальше, дальше, дальше. Карбюратор берем и устанавливаем его сюда. Вот он закручивается ключом на 10. Так, здесь всего лишь 4 болтика. Быстренько сейчас это все сделаем. Так, еще раз сюда. Ну-ка, 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 что не нажимаете? Так, все, закрутили. Теперь, когда мы с вами карбюратор поставили, можно поставить также этот фильтр. Он тоже закручивается, кстати. Сейчас покажу, как это все выглядит. Так, это вроде 14 ключ, если не ошибаюсь. Да, все верно. Один болтик, всего лишь один болтик. Теперь убираем. А что у нас там осталось? Давайте посмотрим. Трамблер. Это нам надо, чтобы свечи потом поставить. Трамблер вроде не закручивается. Это не точно. Или закручивается. Закручивается, ребята. Я говорю, большинство все закручивается. После трамблера мы с вами можем смело приступать к самому главному. А, ну вот, в принципе, давайте еще генератор поставим, а потом уже эти а остальные свечи воткнем. Он вот сюда вот устанавливается, нажимаем положить, и он также закручивается. Так, 14 ключ, монтаж генератора и два болтика. Так, где они? Где они? Я их не вижу. Вот, 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 вот. Так, так, так. Ну-ка еще. Вот, раз болтик и вот два болтик. Вот все. Хорошо, просто все идет у нас отлично. Сейчас я соберу пикап, поедем с вами кататься, и я расскажу уже, а точнее отвечу на другие вопросы, как заработать деньги и все остальные вопросы, которые вас интересуют. Ставим свечу сюда вот, берем еще одну свечу и также устанавливаем в этом порядке. А потом на эти свечи зажигания мы будем с вами устанавливать провода. В принципе, ничего сложного нету, просто в предыдущем ролике, реально, предыдущей версии, мы устанавливали это все без какого-либо закручивания. Но сейчас, конечно же, это стало более-менее сложно и дольше. Так, и устанавливаем провода на свечи зажигания. Сейчас я вам покажу, как кататься, а то многие реально, очень много людей не знают, как это все сделать, как поехать и тому подобное. Ну сейчас, ребята, давайте сперва закончим со сборкой пикапа, а потом уже продолжу отвечать на ваши вопросы. Все, закрутим абсолютно все. И последний проводок, все отлично. Что у нас осталось? А вот еще ремень, давайте его поставим его а, вот сюда, вот устанавливаем. Хорошо. Теперь, ну, в принципе, все. Весь мотор у нас собран. А нет, 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 еще патрубок остался. Его устанавливаем сюда вот, а также эту вот эту трубку, она устанавливается вот сюда вот, если вот, 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 видите? Все, теперь я точно полностью собрал. Давайте сразу же зальем тормозную жидкость, она заливается сюда вот, нажимаем заправить и заливаем. Убираем тормозную жидкость, берем антифриз, он заливается в этот бачок. Нажимаем заправить, все, выкидываем, она пока что нам не нужна. Также давайте сразу же заправим бензин. Берем эту канистру, также есть заправка, можете там сами заправлять. Хорошо. Убираем. Также на скутере покатаемся. Очень много людей тоже писало, типа, как покататься на скутере. Сейчас покажу это все. Давайте сразу же установим руль. Положить, Берем ключик на 10, если я не ошибаюсь. Сейчас мы и узнаем. Нет, 14, ребята. Точно 14. Хорошо. Берем этот ключик и закручиваем руль. Один болтик, всего лишь один болтик. Теперь давайте возьмем э, приборную панель и также ее установим. И все, пикап полностью собран. Почти. Еще остался капот, э, этот э, бампер и э, колесо. Приборная панель. Так, ее ложим сюда вот. Так, сюда идем. Берем ключик. Берем ключик. И монтаж приборной панели. Здесь у нас тоже мало болтиков, всего лишь два. Так, убираем. Берем домкрат. Идем сюда вот и ставим его. Так, надо повернуть, ребята, чтобы была эта фигнюшка, чтобы мы нажали с вами поднять. Поднимаем идем за колесом, поднимаем это колесо и устанавливаем, закручиваем э, ключом на 19. 4 болтика, всего лишь 4 болтика. Раз, два, три, четыре, все. Теперь мы, естественно, это отпускаем, убираем домкрат, он нам не нужен сейчас уже. Так, убираем. Ой, а зачем я поднял? Отпустить. Теперь надо кнопку найти поднять, убираем домкрат. А, что дальше? А, Берем бампер устанавливаем его сюда вот ключом на 19, мы его закручиваем. Также новый бампер, если вы будете покупать в запчастях, он тоже без проблем закручивается, просто нужно... Ну, нормально ключ навести, а то я в предыдущем ролике тоже говорю, типа у меня бампер не закручивается, но на самом деле все у нас без проблем закручивается. Устанавливаем капот ключом на 14, мы закручиваем 4 болтика вид другой и здесь тоже два болтика все ребята последний болтик сейчас еще один момент истины вот он болтик все а нет не все не все болты закрутил вид переключаемся и вот эти два болтика осталось все а теперь точно конец мы собрали полностью пикап но это еще не все нужно его завести кстати, отверка вы можете проверять каждую деталь в автомобиле, и если какая-то деталька сломана, то там будет 0%. Тогда вы можете починить, но... А также вы можете эту деталь сломать. Так, теперь садимся. Сейчас будет туториал, как кататься на пикапе. Внимание, просто внимание. Убираем ручник. Это самое главное. Если вы не уберете ручник и начнете ехать, когда включите первую скорость, то он просто-напросто заглохнет. Нажимаем на кнопочку вождения. Обратите внимание, чтобы у вас была нейтралка. Если будет первая скорость, без разницы, любая скорость, то пикапа просто-напросто не заведется. Теперь наводим на кнопочку зажигания, пуск и держим, ребята. Слышите? Я завел, ребята, пикап. Все, он у меня работает. Теперь как ехать? Ну тут, блин, механика, все просто. Чуть-чуть газку и включаем первую скорость. Все, я поехал. Я без проблем поехал. Также переключаем, естественно, скорость на вторую, чтобы не напрягать свой мотор. И мы с вами нормально едем, без каких-либо проблем. Также давайте третью скорость. И также по очереди четвертая, третья, там вторая. От а зависимости от ситуации, если там в горку, да, то, естественно, на четвертой скорости будет очень сложно ехать. Так, вторая скорость. Потому что оборотов по сути-то нету, и теперь покатаемся на скутере. Так, ну все отлично, ребята. Пикап просто идеальный, а там уже остальное все от вас зависит, как вы его будете тюнинговать. Теперь давайте разберемся со скутером. Садимся, нажимаем сесть, убираем эту подножку, отпустить. А теперь заводим двигатель, нажимаем запустить. Вождение, кнопочка D, руль, газ и все. Ой-ой-ой, давай, 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 все, я выехал. Теперь еще одна такая проблемка у многих возникает: типа, а, вот что делать, КВМ, я где-то там застрял и теперь не знаю, как а, мне выйти, а точнее, мой пикап, доставить обратно. Сейчас покажу. Не поняли, да? Сейчас объясню. Например, ты едешь на пикапе и где-то застрял, и естественно, ты его не можешь вытолкнуть. Ты можешь посмотреть рекламу, заработать деньги, потом нажать на паузу, а тут есть опции. Вот смотрите, какие опции есть. Переместить автомобиль домой, переместить игрока домой, переместить мопед домой, заказать топливо для автомобиля и заказать еду домой. Так что не забывайте про эти опции, прежде чем полностью очищать данные и потом заново собирать ПК. Просто-напросто рекламу посмотрите. Ну и к этому же моменту мы с вами возвращаемся о том, как заработать деньги. Заработать деньги сейчас в этой игре можно двумя способами. Это получается работать на складе. Сейчас я поеду и расскажу дальше. Так, первая скорость. Все, я поехал без проблем. Так, работаем на складе, но там, по сути, очень мало нам дают... Ой, ё что такое? Эй! Короче, я застрял. Я наехал на мопед. Вот такая вот ситуация у нас получилась. Ну ладно, пойдем пешком, сейчас быстро расскажу и завершим с вами этот ролик. На складе дают там всего лишь 40 долларов, и очень много людей также говорят, что я не хочу там играть, работать, потому что мало дают. Но смотрите тогда рекламу. За каждый просмотр рекламного видеоролика вам дают 100 баксов. Я такие зарабатывал деньги, просто смотрите, 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 и все. Я знаю долго, но все же Полчаса достаточно, чтобы заработать хотя бы 4-5 тысяч баксов, ну так, грубо говоря. Теперь что еще? Ну, все, да, вроде я весь туториал вам сделал по карте. Ну что? Сейчас я даже так покажу. Склад. Мы работаем там. Дом, дорога. Покрасочная. Красим автомобиль, баллончики, чтобы покрасить диски, запчасти. Все абсолютно запчасти, а также предметы для тюнинга. Магазин. Там хот-доги, консервы, вода, газировка. Ну и также заправка. Просто берем, устанавливаем, заправляем и все. Так что теперь я жду новые обновления, чтобы пофиксили бака с покраской. Надо мне покрасить мой пикап в черный цвет полностью. И тогда а у меня будет офигенный идеальный пикап. Так что, если тебе нравится игра, и ты еще не подписан, подпишись. Ну а на этом все. И всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока.